Тауров. Мы пришли зимой здесь вот смотреть концерт, песни. Да, чувствуется, что тут это праздник, праздничная атмосфера. Они давно просто не были на празднике. Соскучились по массовым мероприятиям? Да, 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 да. А сегодня, как вам кажется, хорошо, весело? Конечно, весело. Дети, правда, плачут, домой, ну. Из города Шахтерска, Донецкой области. Вы горняк? Бывший шахтер. А сегодня день металлурга и горняка, вы знаете? Да, да, знаю. Ваш праздник профессиональный. Я все понял, я знаю, конечно, да. Пришел послушать концерт. Я работала раньше с завода Ильича, около 34-й столовой инкассатором. А ушла на пенсию с теплосети. Мне нравилось там, хорошо, обстановка. Люди добрые были, приветливые. Мне очень нравилось там. Но пришлось уйти просто по семейным обстоятельствам. Сегодня что бы хотели пожелать металлургам в этот вот день такой праздничный? Здоровья, счастья, успехов и долгих-долгих лет жизни. Мира на земле главное. Главное мир. Любви, удачи, всего-всего и много-много. И мирного неба над головой. А у вас есть знакомые металлурги? Так я сам. Ты металлург? Да. Да вы что? Вы же видите. По вашей инстатуре понятно, что вы металлург, да? Сталь варю, да. Как вам сегодня праздник? Очень хорошо, очень хорошо. Металлурги не пьют. Ну кто пьет в наше время? Пьем моренго. Маджо. За здоровый образ жизни, металлург? Да. У меня очень серьезный отдел. Занимается гражданской защитой. На комбинате? На комбинате «Азовсталь». 99-го года работаю в комбинате Ильича. Прошел все, слесарь, сварщик, мастер, начальник участка. Ну, металлургия это мой завод, это об моей жизни, грубо говоря. Ну, скоро, наверное, пенсия, лет так через 14. Зарплата устраивает у металлурга сейчас, хорошая зарплата вообще? Вы довольны результатами работы и трудом оплачиваемым? Результатом работы, да. Но был зимний такой период, не совсем стабильный, и он, ну, тяжковато было не только нам и обычным работникам, слесарям, которые работали. Работали, ну, должным они не получали того, то, что было необходимо. Но, тем не менее, никто не сбежал, все остались на местах и работают по сей день.